На территории всей Московской области меняют расписание общественного транспорта. Но причина в этом не смена графика движения автобусов, а QR-коды. Теперь любой пассажир может в режиме онлайн узнать актуальное расписание, также подать жалобу на работу общественного транспорта. Для этого нужно отсканировать камерой мобильного телефона код, размещенный на расписании движения автобусов. Больше не нужно идти домой на компьютер, заходить в специальные приложения и оставлять там эти обращения. Быстро, по QR-коду, оперативно, жалоба может быть направлена. Пожаловаться можно на нарушение графика движения автобусов, на состояние остановки, а также на другие проблемы с общественным транспортом.